Привет всем высшим! И да, сегодня мы немножко отвлечемся и попробуем Last Epoch, который похож немножко на Grimdawn, Diablo и другие Diablo-подобные игры. Вы уж простите меня за подобные слова. И в целом игра выглядит действительно классно, и я удивлен, как она вообще не попадалась все это время. В ней довольно классный редактор персонажа, пассивные навыки, редактор умений. В общем, этого всего в этой игре навалом, и это действительно круто. Но давай посмотрим поближе. И на момент записи видео нам доступно 5 персонажей. Возможно, один из них разблокируется после прохождения кампании, а возможно, в скором времени станет открыт. В любом случае, у каждого из персонажей свой вступительный ролик, своя история, ну и, конечно же, свои классы. Также стоит отметить, что у каждого умения есть что-то вроде ветки развития. Так что, да, это очень круто. Но давай, наверное, начнем играть за мага. I am the mage, raised in the scholarly city Welrin, and trained in the arcane arts. I became one of the elders. I took on an apprentice to whom I showed kindness and compassion. This was folly. She grew rebellious, entertained dark arts, and was exiled. My guilt over her fate drove me to leave Welrin. Years I spent searching for her, only to hear that Welrin was conquered by the sun god, Rae. Now I travel back to Welrin, determined to fix my mistakes. Что ж, и вот начало. Как видишь, у нас пока что одно умение, но в дальнейшем у нас разблокируются остальные. На втором, третьем, четвертом, шестом, седьмом, девятом и восемнадцатом уровне. И в момент прокачки мы можем как-то влиять на свои умения. Выбирать, скажем так, любимое, которое мы будем как-то изменять, добавляя новые эффекты. Что, как по мне, довольно круто. Единственный минус, что пока что игра только на английском языке. Русского, к сожалению, нету. Так, ну что ж. В целом игра, возможно, напоминает какой-нибудь диаблоид, типа Титан Квеста, Гримдауна, ну и других игр. Вы уж меня простите за подобные слова и сравнения, но все же ее что-то выделяет. Да и плюс, анимация умений довольно неплохо сделана. Скажем так, не идеально, но все же на игру приятно смотреть. Плюс, должен сказать, что она сейчас у меня идет на средних настройках графики. Так, ура! У меня открылось мое любимое умение. Это Elemental Nova, которое у нас приобретает какой-то статус при прокачке. В прошлый раз, если честно, я пробовал делать ее огненной. На этот раз, может быть, сделаю ее ледяной. Но посмотрим. Просто в огненной есть возможность добавить себе элементальное провитие. Вот оно. Elemental Penetration. То есть, если у противника есть сопротивление магии, то мы, получается, пробиваем его сопротивление и наносим больше урона. Так, постой. Также мы можем, конечно, бить своей автоатакой, но выглядит это весьма своеобразно. Хотя, если честно, вот этот вот колдун анимирован даже лучше, чем друид. Который вроде как специализируется на рукопашке, но вроде бы и нет. Там больше у него всяких суммонов, типа волки, всякие сприганы. Ну, в общем, все в таком духе. Так, книжечка. Так, а нам повезло, смотри. Амулет даже выпал, вау. Вот это вот удача. Что ж. Неплохо, неплохо. Совсем неплохо, я бы сказал. Давай, может быть, продадим это все. Оно нам не нужно. Так, и у нас получается еще 60% до нового уровня. Так, ну что же.
Кстати, сама карта тоже выглядит неплохо. Смотри, тут довольно много всяких объектов. Деревья, тут какой-то обрыв, сам мостик. Ну, как по мне, очень даже так красиво выглядит. Скажем, это не просто голая карта, где кинули пару объектов типа камней и каких-то кустов. Это прям лес-лес. Так ты ж... Погоди. Также, кстати, Elemental Nova у нас очень даже эффективно их станет. И у нас разблокировалась вот такая вот замечательная штуковина. Static Orb. Она, кстати, еще и отталкивает противников, что довольно прикольно в бою. Кстати, играем на хардкоре, поэтому, да, надо быть немножко аккуратнее. Кстати, у нас персонаж иногда кричит что-то вроде «Fools!», и иногда получается так, что он после каждого заклинания кричит «Fools!». Так, да, да, как видишь, теперь Мишка даже к нам не может подойти. Бедный и несчастный Мишка. За что же мы его, бедного, так? Блин, меня во всех играх заставляют убивать бедных и несчастных животных. Я прям чувствую себя каким-то живодером уже. Постой, постой. Да что ж вы отошли? Так, тут он просит спасти, кажется, свою дочь. Хотя, это не точно. Если честно, у меня английский на базовом уровне, поэтому вы уж простите меня. Хотя игровые какие-то механики в плане то, что делает заклинание, я более-менее понимаю. Так, и вот у нас открылось наше пассивное древо. Давай, может быть, начнем с... Так, смотри-ка. Пятый уровень требуется. А у нас сейчас... Нет, у нас еще недостаточно, скорее всего. Давай, может быть, вот это тогда прокачаем себе. И потом, что каждые 3 секунды следующее заклинание у нас наносит 20% больше урона. Это довольно много, я бы сказал. То есть... Каждые 3 секунды у нас есть возможность чуть ли не ваншотнуть противника. Так, стой, стой. Отлично. Так, 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 ах. Постой, постой, постой. А мы же можем, получается, прокачать свои способности или еще нет? Ну, давай, наверное, получим уровень и потом уже посмотрим. О, отлично, 4-й уровень. Так, и что мы теперь можем сделать? Да, мы можем выбрать умение для раскачки. И, если честно, я бы себе выбрал что-то вроде... Так, смотри... Каспит. Давай, наверное, попробуем... так, Lightning Blast, Elemental Nova, Static Orb. Если честно, Static Orb мне не особо как-то понравился, плюс там радиус ему проширить нельзя. Поэтому давай, наверное, попробуем Elemental Nova. Я в прошлый раз делал ее огненной, но мы могли бы попробовать сделать что-то другое. Так. Ну, слушай, и при этом... Давай, наверное, сделаем ее ледяной или огненной. Так, эники-беники ели вареники. Все-таки огненной. Ну, теперь она у нас стала иначе выглядеть. Что ж, давай попробуем. Просто особенность нижнего древа, что мы в дальнейшем можем ее кастовать вдали. Что, мне кажется, довольно круто, потому что мы все-таки маг, и жизни у нас не так много.
Ну, скажем, я пока что не заметил ее. На боссах некоторые нас чуть ли не ваншотят. Ну, в момент моего прошлого прохождения меня там пару раз чуть ли не убили. Так что, да, надо играть более аккуратно. Так, попробуем раскачать вот это и потом вот это поднять. Так, тут у нас босс. Оп, эх ты ж. Отлично, заморозили почти всех. Погоди, погоди. Ах, он сволочь, все-таки спустил нам жизнь. И этот еще добавил. Смотри, так мы можем еще ледяного противника отбросить. Вау. Я и не знал, что он так умеет. Ах ты ж, блин, он все-таки был вне радиуса. Погоди, погоди, погоди. Нет, не достал. Слушай, он выходит из радиуса взрыва, так что легче... Легче все-таки его забить нашим основным умением. Ох ты ж, как он меня копьем-то бьет. Да подожди ты. 29. Отлично, отлично. Забили его. Еще, кстати, игра немножко напоминает мне... Вспомнился Ван Хельсинг, но Ван Хельсинг, если честно... Эх, своей серией мне... Жизнь-то попортил, я думаю. Сколько там было их, 5 или 6 частей? Еще и над Вархаммером умудрились как-то наглумиться. Но ладно, это уже отдельная история. Ну что ж, и вот наш новый уровень. Здесь довольно, кстати, приятный интерфейс в игре. Блин, он действительно классный. Вот иконки, карт, новый уровень. Сделано, блински, очень даже красиво. А в любом случае, да, тут у нас будут какие-то противники запятанные, какой-то, не знаю, тьмой, пустота, void, это что у нас? А в любом случае, локация эта потемнее, такая классическая пещера. Что ж, эх ты ж! Кстати, на, получается, 20 уровне у нас разблокируются остальные ветки. А, то есть мы сможем, например, стать колдуном и кастовать Black Hole. Или же, может быть, что-то еще. Хотя, слушай, возможно, и раньше мы сможем разблокировать вот эти ветки. Кто знает, кто знает. Просто в пассивках указано 20 уровень, а в заклинаниях почему-то 5. Что весьма странно. Ну ладно. Так. Что у нас тут нового? Посох, отлично. И вот такой вот амулет. Так, стой. Этот дает 12 жизни. А, отлично. Тюп-тюп. Пошли дальше. Как я говорил, умение выглядит вполне себе симпотно. Так, постой, постой, постой. Дай мне отойти от тебя, черт подери. А вот, он теперь не может даже подойти к нам. Хотя, мы к нему тоже. Кстати, потом у нас будет телепорт и всякие разные щиты на нашего персонажа, которые будут там взрываться или делать всякие другие эффекты, в зависимости от того, как мы, естественно, раскачали это умение. Так, отлично. Пожалуй, вот это вот умение самое удобное, что у нас есть. Так, и у нас разблокировался... Что у нас разблокировалось? Я даже не заметил. Snap Freeze, возможно, заморозка. Так, окей. Давай возьму у тебя задание. И здесь у нас алтарь. Ух ты, алтарь золота? Серьезно? Я такой еще не встречал. Так, нам надо, получается, было в правую часть... Ну, давай посмотрим. То есть теперь мы можем, например, прокачать. Давай, наверное, прокачаем вот это вот. То есть у нас заклинания пробивают.
Точнее, вот это вот заклинание у нас пробивает теперь. Имеет пробитие элементальное. Что довольно круто. Довольно-довольно круто. И здесь мы, пожалуй, прокачаем... Так, нет, не можем. К сожалению, не можем. Возможно, нужно прокачать сначала вот это вот заклинание, чтобы полоска дошла вот до сюда. И потом мы сможем уже прокачать. А возможно, у нас еще... Нет, у нас есть пятый уровень. Значит, нам надо, чтобы полоска просто-напросто повысилась. Так, найдите капитана. Отлично. А вот и капитан. Немножко опыта. Так, и вуаля, наш первый телепорт. Пожалуй, сейчас не самое лучшее время, чтобы смотреть на него. Но давай посмотрим, насколько у нас большая локация. Слушай, ну такая, средняя. В каком-нибудь Гримдаун она была, кажется, куда больше. Так. Fire Protection. Угу. Здесь у нас бонус к физическим атакам. Так. Spell Damage на 9%. А тут... Слушай, нет, вот это вот получше было, оказывается. Я даже не заметил снизу эффекта. О, он говорил собаке, чтобы она оставила его. Как это мило. Что ж, эх ты ж. Кстати, в этой локации будет довольно сильный босс. Ну, учитывая, что мы играем на хардкоре, он будет бить довольно больно. Надо будет поаккуратнее себя вести. Но мы попробуем как-нибудь выжить. Так, сейчас давай-ка возьмем квест. Привет. Это ж... А, нет. Отлично. А, нет, 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 он с нами не хочет разговаривать. Ну что ж, нам тогда наверх бежать. А, я думал, он не хочет давать нам задание, потому что мы не убили нападавших, но нет. Так, и у нас открылся новый уровень. Как видишь, у нас вот такой вот... О боже, меня сейчас убьют. Вот такое вот заклинание, но выглядит оно не очень, и по эффективности, если честно, тоже, мне кажется, так себе. Так что, пожалуй, у нас единственное заклинание пока что это Elemental Nova, которое, по сути, у нас как Fire Nova. Так. Что ж, отлично. О, новый щит. Хотя у нас, кажется, двуручный посох, поэтому щит экипировать мы, к сожалению, не сможем. Так, ух ты. Какая-то интересная штука. Тихо, тихо, тихо. Блинский, мы убили его в этой луже, и теперь он превратился в какую-то непонятную хренотень. Так, они еще и взрываются, судя по всему. Так, Ньюз... А! Стой, стой, стой! Давай, может быть, прокачаем еще раз. А вот это вот, и в плане умений мы, наверное, поднимем себе снова пробитие. Почему нет? А, больше пробития, богу пробития. Так, а что у нас тут делать? Ну, 56, 44, да. Пробитие, судя по всему, действительно решает. Хотя, вроде бы у них... Не думаю, что будет много сопротивления, учитывая, что это самое-самое начало. Но цифры, кажется, у нас повысились. Так, ух ты, смотри, как их тут много! Ух ты. Так, и тут, конечно, было немного опасно. Что ж... Постой, постой, постой! Да ты ж, что ты будешь делать? Пришлось даже подлечиться. Так, и это, судя по всему... А, тут у нас появляется босс!
Еще немного! Давай попробуем. Ты ж! Отлично, 7-й уровень. Новое умение. Так. Пошла, поехала. Давай отталкивать, отталкивать его. Не надо, чтобы он приближался. Он бьет очень... А, бля! О, боже. Ну что ж, а на этом, пожалуй, все. От ваших комментариев зависит, будет ли продолжение в дальнейшем по этой игре, но, если честно, игра мне понравилась. В любом случае, спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. И да, берегите себя и своих близких. Что ты от меня хочешь? Ёлы! Так, ладно, все, подбегаем и начинаем бить его. Да ёл, бля! Один хп! Я не знаю, как я выжил, у меня 34. Так, все. Божечки! Боже! Меня... Я чуть тут не сдох.